Всем привет! Ну что, мы идем копаться, копать. Сейчас идем на старую дорогу и начинаем. Ну что, поехали! А оператор, как всегда, дурная голова. Чехол он с камеры не снял. Вот вам и звук такой. Беда. Только при вас чистить буду, но GoPro я показал. Ах ты, ё-моё, серебрушечка. Да, серебро. Серебро, второй выезд подряд. Второй выезд подряд, но она что-то маленькая, это... Это империя, 10 копеек. Империя, думаешь? По-любому. Нет, это не империя, это советы. Советы, 10 копеек, побольше. А, нет, советик. Да. Советы, советы. Какой-нибудь 30-й, наверное. Надо почистить и смотреть. Ну ладно. Ну что, почистил я. Вот такая вот монетка показал. Чуть-чуть, правда. Она гнутая чуть-чуть. Гнутая чуть-чуть, покоцанная. Ну, в принципе, как серебро. Отлично, 10 копеек у меня еще не было советской. 28-й год. Вот такая вот красавица вылетела. Thank you.
она, вот она, вот она. Я вот орел. И это у нас, наверное, Николашка. Одна копеечка. Ой, год вообще не видно. Ну, причистка, я вам скажу, 1900. То ли 15-й, 1915-й, кажется. Какой-то, в общем, год. Там уже дома скажу. А что тут говорить? Монета николаевских времен. Приятно. Вот это поворот! Очередная монетка выскочила. Вот такая вот. И это у нас 10 копеечек. 50-й год, кажется. Ну да, какой-то там 50-й год. Ну вот так вот. Иду дальше. Вот, вытащил комрад уже монетку. И тут я ему говорю, вторая. Да по-любому вторая, я тебе говорю. Давай пинем. Давай, она в центре ямы. Вот тут. Вот она. Опа. Что это? Побольше, да? Двадцатка. Побольше, пятнашка или двадцатка. 15. 15, да. Вижу. Какой год? Год, я боюсь, не узнаем. 56. Либо 55, либо 56. Посмотри. Посмотри еще раз ямку. Да. 55, кажется. Ну, отлично. А, кстати, нормально сохранилось. Да. На. Нормальненько. О, вылезла такая здоровая монета. Вообще, вон, смотрите. Прям вообще здоровенный. Фу. Имперский тройбан. Вот, 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 вот. Сейчас вам буду показывать. Пучка вылезла. Там орелик. А тут, тут, тут. Тут 3 копейки. 1911, кажется. А. Или первый. Ну, приятно. Ну что, очередной монетосик. И это у нас 10 рублей. 92 год. Света нету. Вот такие они. Десюрик. Банк России. Не знаю, редкий, не редкий. Но монетос. Вот так вот. А я продолжаю. Думал сначала это лисички, но присмотрелся. Нифига это не лисички. Но выглядит, конечно, кайфово. Вот они такие. Маленькие, растут кучками. Может, это, конечно, какой-то нормальный гриб. Ну, я что-то не уверен. Слишком ядерный цвет у него. Прикольно. Такая рассада, да? Ну, смотрите, они тут везде просто растут. Вообще, как кайфово. И на пне. Вот так вот. Вот еще вылезла монетка. Рядом почти что поздняя тоже. 5 копеек. 61 год. Сохран изумительный. Так что беру. Иду дальше. Показывать особо не буду. Что их большой тираж был. Ну что, закончили мы копать. Что-то сегодня устали конкретно, блин, вообще. Ты устал тоже, да? Вообще устали. Жесть. Короче, поехали мы домой. Сейчас подведем небольшой маленький итог. И все. Идем домой. То вот наш результатик. Как вы видели, то, что я вам показывал. Серебришко 10 копеек, 28. Вот три советика просто убийственно умерли. 10 копеек, 50. 3 копейки, пятерка. Умерли, короче, три монеты. 5 копеек, 61 показывал. 10 рублей. 92-го показывал, 1 копейка, год я до сих пор так и не знаю, фиг его знает какой-то годик.
Так, вот. Потом 3 копейки расчистилось. 1901 получилось. Так, вот. И у комрада. Что-то я тоже вам показал. Вот вылезло у него 2 монетки из одной ямы. Из одной у тебя? Вот эти? Прям рядышком. А, ну рядышком, ну грубо говоря, да. Копейка 1855 год. Я вот не помню, кто это у нас, Павел или не, Александр. Вроде бы Александр, не помню тоже. Вот еще одна, тут непонятно. Вот это тоже империя. Ну, тоже непонятно какая. Наверное, какая-то денежка, деньга, там что-нибудь из этого. 15 копеек, 55-й. Нормальная. И 2 копейки. Восемьдесят четвёртый год. Все, вижу. Вот такие у нас результатики были. Все, в общем. Всем до скорого, всем удачи и пока.